Новые обещания. Инвесторы ЖК «Новые Черемушки» вышли на акцию протеста под горсоветом. Основные требования – достроить вторую секцию дома и соорудить электрическую подстанцию. Подробнее в сюжете Назара Бурхана. Несколько десятков жителей скандально известного комплекса «Новые Черемушки» провели мирный митинг у стен мэрии. Требуют, чтобы горсовет выполнил свои обещания. Достроили вторую секцию дома и выделили средства на сооружение электрической подстанции. Традиционно уже за последнее время требуем от власти выполнить, собственно говоря, те обязательства, которые в свое время брал на себя горсовет, когда заказывал этот же комплекс. Также инициативная группа встретилась с представителями власти. Им опять пообещали, что их вопросом обязательно займутся. На данный момент из слов было сказано, что вопрос со сказкой новым застройщиком в лице «Одессастрой» приходит к консенсусу. Вопрос будет решен в ближайшие 2-3 недели. И после этого будет выделен земельный участок. И после этого будет дано разрешение на постройку, достройку второй очереди. А вопрос о сооружении электрической подстанции рассмотрят на следующей сессии. Также в горсовете сказали, что средства выделят в следующем году, но одесситы уже не верят, что что-то изменится. Дело в том, что, как оказалось, вопрос мы поднимали в 2015-2016 году, озвучивали проблему отсутствия подстанции, которую должен был построить застройщик. И как сегодня выяснилось, в 2017 год в бюджет эту подстанцию не внесли, хотя нам это обещали вице-мэры предыдущие, и комиссии строительные и так далее. Если же мэрия не выполнит своих обещаний, то инвесторы «Новых Черемушек» обещают перекрывать движение на улице Малиновского до тех пор, пока власть их не услышит. Назар Бурхан, Андрей Дьяченко, 7 канал.